друзья, хочу показать еще один элемент, который уже несколько лет проходит испытания. Наверное, года два, а может быть и три точно. Пока катамаран стоит вот так причаленный к пирсу, в качестве кранцев, защитных кранцев, используются вот такие пластиковые кеги. 30-литровые, просто на веревочке подвязаны. И время от времени я их регулирую, когда вода в озере поднимается, опускается. Делаю повыше, пониже. Но сам факт, что уже вот года три они защищают судно от ударов о стенки пирса. Видите, насколько они уже потертые. Тут уже нету той прозрачности. Постоянно от сжатия, разжатия. Прозрачность осталась только вот здесь, тут возле самой крышки, куда не достает. Но, тем не менее, они держат. Вот посмотреть следующую кегу, она вообще помята. Здесь прям такие, вот они. Здесь видно. Такие вот они выемки. Ну и по самому корпусу тоже. Вот. Тем не менее, кега держит. И достаточно хорошо. Давление в ней сохраняется. Выполняет свою функцию. Поэтому, если вдруг вам нужен будет бюджетный вариант кранцев, думаю, вполне можно и это использовать. Ну, эти кеги можно использовать в данном случае. Уверен, выдержат, ну, хорошее давление. Вот так. Спасибо. Смотрите наше видео. Всем до встречи на просторах интернета и нашей необъятной планеты. Все, пока.